Сегодня на дороге владельцы автомобилей делятся на тех, кто смело едет на дальние расстояния, и тех, кто высчитывает, как далеко их машина может уехать без подзарядки. Водители электромобилей должны быть уверены, что не останутся пешеходами в самый неподходящий момент. У нас не так развита эта структура, инфраструктура, да, по зарядке электрических автомобилей, как, например, в той же Европе, да, в Америке, вот, где ты спокойно можешь на электромобиле, да, поехать в соседний там штат, в другую страну, да, и ты знаешь, что везде ты сможешь его подзарядить. У нас, к сожалению, с этим пока очень проблематично. Между тем, число электромобилей в городе становится все больше. Сейчас их около 500. А проблема сподвигла барнаульских разработчиков на создание уникальной зарядной станции. Авторы мечтают для удобства водителей установить подобные устройства в разных точках города, например, при крупных торговых центрах. Чтобы воспользоваться ими, владельцу электрокара нужно скачать приложение, навести QR-код и оплатить время зарядки. Оплачиваем, у нас начинается, открывается крышка, вставляем в устройство свой зарядный кабель, в зависимости от модели автомобиля, да, у каждого свой. Закрываем крышку, идем спокойно заниматься спортом, смотрим кино, возвращаемся, либо полный бак, условно говоря, полный бак автомобиля, ну, либо какой-то запас хода увеличенный, да, достаточно доехать будет до дома. К слову, станции для зарядки электромобилей в городе уже есть, правда, всего несколько, так называемые быстрые зарядки. Однако новое устройство работает плавно, так, чтобы полностью зарядить аккумулятор, потребуется около 4 часов. Но это, говорят разработчики, скорее преимущество, чем недостаток. Такая зарядка не испортит батарею электрокара. А в сравнении с поездкой на бензине водитель электромобиля может еще и сэкономить. Так, при зарядке в 40 рублей за час водитель электромобиля обеспечивает себе путь в 20 километров. Примерно в ту же цену выльется литр бензина, но водитель железного коня проедет всего 10 километров. Нагляднее, путь из Барнаула до Рубцовска в 300 километров на электрокаре обойдется в 600 рублей, а вот на бензине больше, чем в два раза. Но это, естественно, при условии, что зарядки для электрических авто будут встречаться как можно чаще на дорогах города и края. Установить такие простые устройства, говорят разработчики, можно повсеместно. Любое место, где человек может теоретически провести в своей жизни больше одного часа. То есть пляж, театр, кинотеатр, бьюти-индустрия, да, всем известная, да, оказывается, сделать маникюр – это больше часа, да, если этот автомобиль, то почему бы не поставить возле салона красоты? Пока опробовать новое устройство в городе можно только в одном торговом центре. В режиме теста зарядка обойдется всего за 1 рубль в час. Со временем разработчики планируют совершенствовать и само приложение. Например, время зарядки можно будет забронировать заранее. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком.